Кылтовса монастырь кучуще чойяс вуньясен. Манакиньяс вичене ваш традициас, примитене паломникясес, вердене стройчищ да волонтёрясес, кевмышене ставосна. Вежа чойяс отмунам лывичко немате комун вонин. Аняслан мывкадлун юлыш. Анастасия Тюрнина. Монастыров змунны авуэнэ. Пинна матушка кылтовса храмын мате кыж вунин. Сие кыжи мука чойяс кужа унатор. Эт кор вежа инсэ джунталысне, аняс вычесне быд уч. О Боге мы всегда знали, но что Бог есть. Ен юлыш методым пыр, а тая монастырь юлыш вера гажетыш лыге. Воджин пыр чайты мой храма воны сэмон оломаяс. А вылэмы том яш чоч, тая мене шэнджедэс. Ме чоч шуэ локны, таджи кольчи. Монастырын уже дуна, но лыгевшем да шилам вылэ пыр эмкад. Пинна матушка бырьес, ен образяс шерпасалым. Я выучилась, матушка Елизавета еще учится. Мевелече, мед пыр шерпасалым, школан, а тая той весек просто бырье. Таны мастерская яс вылыны, шерпасалан, вуршан, чоиш вычащан, юалым, позже соболыны калурская велетчины, мяны с боштесны. Окота, ас мастерская воштыны, медко тичетикас. Талон строючиш яс вульмадены храм пожар бырын, чояс быдлан отсащыны, арлы дула виджет тегнаяс будерыш. А уж это буртория свыла Стефанида игуменья кылтовса храмын настоятель. На нашем монастыре очень хорошо проявляются слова «в немощи человеческой сила Божия является». Мианлы лучалыны кувьяс «в немощи человеческой сила Божия является». Ми оламаанья сэшка, мы и вермам вычны. А сотай, храм выльмы, уджиас мунаны, сымыть тарадлон, и ставыс ен отцыган артмы. Сыктывкарса олыш Татьяна Корольчук кыжвит вонин отца храмлы. Окмызда садвояса на асла шестерка анвичко аваявлыс шоян юан. Манакиняяс юкшесны тачес олыш да паломникескэд. Отсаща Татьяна Йоны. Шижем дас араса ань пырна новладлы машина. Мне 70 лет. У меня четверо детей. Менем шижем дас араснен. Нёль челядь да снукнучка и отсаща. Велочевлы машина водитными тачча болуны да отсащны. Ваявны мыйка. Оттаны ставныс аняс. Верес бока оскольче пиэй. Мате комын во вежа чойяса скутырте Стефанида матушка. Ная воджену адене ваш традициас, а тачам уласнак бырье озбыден. Анастасия Тюрина, Владимир Кривцун, Юрган, телеканал.